Проект трехлетнего бюджета страны вернули в Мажилис с поправками. Изменения и дополнения потянули на 85,5 миллиардов тенге. Основная расходная статья, как и прежде, социальное обеспечение. К примеру, на здравоохранение заложено свыше 3 миллиардов тенге. А на образование и науку выделили рекордные 400 миллиардов тенге. Социальная составляющая бюджета усилилась в ходе рассмотрения проекта бюджета в парламенте. В абсолютном значении на трехлетний период расходы по данному направлению составят 13 триллионов 434 миллиарда тенге. В общем объеме расходов бюджета долю социальных расходов планируется увеличить с 44,6% до 47%. На реализацию госпрограммы развития регионов предусмотрена львиная доля бюджета. Одной из основных статей расходов остается оборона. На безопасность страны в ближайшие 3 года потратят почти 3,5 миллиарда тенге.